для продолжения ставьте купюру в купюроприемник. Сегодня людей заставляют платить за здоровье. Мы выступаем за бесплатную медицину для всех. Вместе сохраним доступную медицину для народа. Приходи на выборы. Голосуй за справедливую Россию. 4 декабря проголосуй за справедливую Россию. Вы их просите, они вам хамят. Вы им платите, они вас обманывают. Вы замерзаете, они загорают. Хватит это терпеть! За ЛДПР номер 2 в бюллетене. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России». Родилась в Рязани, окончила Рязанский государственный педагогический институт, Академию государственной службы при президенте России. С 1997 по 99 год председатель Рязанского городского совета, депутат Госдумы третьего созыва. У нее большая дружная семья. Для нас важно, чтобы дети и внуки уверенно смотрели в будущее. Политическая партия «Патриоты России». Номер в избирательном бюллетене 3. Реальную политическую, экономическую, нравственную альтернативу. Нельзя жить без свободы и справедливости, без веры и надежды. Все, кто любит Россию и кому не нравится то, что сегодня происходит в стране, голосуйте за Яблоко. Мы будем защищать ваши интересы. Я буду. Обещаю. Я веду курс «Графический дизайн». Преподавать на современном уровне невозможно без новой техники и современных методик. Здравствуйте. И все это обновляется у нас в последнее время практически постоянно. Мы растим поколение тех, кто будет обновлять нашу страну. И я ценю, что руководители нашей страны нацелены на модернизацию, на прорыв вперед. И поэтому я за них, за Медведева и Единую Россию. Единая Россия. Будущее за нами. За последние 10 лет в России стало на 60% больше наркоманов. Скоро мы все сядем на иглу. В 2010 году в России прекратили существование 3000 населенных пунктов. Скоро большая часть страны станет необитаемой. 30% россиян практически не читают книг. Скоро нам не понадобятся школьные учебники. Сомневаешься, что так будет? Правильно сомневаешься. Мы не допустим. Правое дело. Номер 7 в избирательном бюллетене.